Администрация города призывает местных жителей также проявить активность и в ближайшую субботу выйти на уборку придомовых территорий. Как выяснилось, сочинцы не только поддерживают идею общегородского субботника, но и готовы принять в нем участие. Это вообще хорошее дело. Нужно убирать город, чтобы был в чистоте. Поэтому мы выйдем. А такие районы, которые там запущены, там меньше зелени, там высадка деревьев. Должны все-таки мужчины помогать, убирать город в любом случае. Ну, это такое дело. Мне кажется, должны в любом случае. Мы, кстати, дети совдепи советского, поэтому мы к этому относимся всегда положительно. Мы сами делаем субботники. Для детей там по площадку там чистим и благоустраиваем ее. Кто-то пойдет, у кого-то может быть какие-то дела. А ну вот у вас лично? Ну, у меня лично день рождения мамы, я не могу пойти. Я просто хочу сказать, кто любит свой город, тот обязательно должен выйти. В администрациях районов и города всем желающим участвовать в субботнике готовы выдать газонокосилки, мешки для мусора и инструменты для обрезки ветвей деревьев. Заявки на техническое обеспечение принимаются в муниципалитете. Итоги субботника будут подведены с 15 по 18 ноября в районных домах культуры.